есть ночь над бренной землей. Впрочем, даже в третьем часу утра кое-кто не торопится спать. Как, к примеру, вот эти двое. Вряд ли у вас получится хорошенько их рассмотреть, но поверьте мне, они там есть. Молодая особа безрассудно вверяет себе развязному фавну в обличье местного Казановы. А ведь между тем, юную прелестницу вот в этом самом окне ждет безутешная мать. Что же до фавна, распутника в окне дома напротив поджидает законная супруга, мать двоих, пока еще ничего не ведающих о беспутстве отца-близнецов. Ночной воздух пропитан густым туманом предательства. Кстати, вам никогда не приходило в голову с первого взгляда определить, сколько машин в ряду? 12 или 14? Впрочем, не стоит отвлекаться, поскольку если барышня не поспешит ответить на звонок через 5 минут, из этой самой арки выйдет юноша с молотком для разделки мяса, полагающий, что данная особа принадлежит ему по праву собственности. Посмотрим же, удастся ли героям избежать расправы. Да, однако прелестница удалилась, оставив Казанову в одиночестве. А стало быть, нынешняя ночь к нашему разочарованию завершится без эксцессов. Засим и нам пора отправиться в царство Морфея. The dark night wakes, the glory breaks. И снова ночь. Но что же она подарит нам на этот раз? Чу, вот трое молодых гуляк, которых вы, увы, не можете увидеть, но, уверяю вас, они там есть. Гуляки пьют портвейн, не думая о том, что долг сыновни не исполнен, и в тот же самый миг в окне напротив родители их ждут и горькую слезу льют. Да черт бы с ними, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, узовик не в счет, 41, 42, 43, 44. What has he got, if not himself?